До футболу ми повернемося пізніше, бо зараз у нас до студії завітав президент Української ліги карате за версією ВКФ, а також президент Одеського клубу карате «Тігрьонок» Олександр Віталійович Негатуров. Доброго дня. Добрий день. І, як я знаю, у вас зараз міжсезоння, спортсмени відпочивають. Кратко давайте підведемо ітоги ушедшого сезону. Да, и июль месяц для нас это месяц, но не совсем отдыха, а закладывание фундаментальной физической подготовки на год. Данный сезон прошел очень насыщенно, интересно. Из международных стартов я бы отметил чемпионат мира в Стамбуле среди юниоров и кадетов, чемпионат Европы среди юниоров и кадетов в Италии и чемпионат Европы среди взрослых, который прошел в Эстонии в мае месяце. Еще было много выступлений на международных стартах просто. Были у нас участия в чемпионате Украины, был Кубок Черного моря, 9 в сентябре прошлого года. В этом году, кстати, нас ждет юбилейный кубок, 10, который пройдет под патронатом губернатора нашей области. Значит, из достижений можно отметить командное выступление сборной Украины, в составе которой в основном были одесситы в Стамбуле. Прошли мы несколько кругов и выиграли в командном поединке у действующих чемпионов Европы, сборной Германии. Проиграли хорватам только по дополнительным показателям, то есть в равном абсолютно на поединке. Ну, а разочарование то, что все-таки медалей не было на официальных чемпионатах мира и Европы. И мы надеемся в этом году восполнить этот пробел. Кто-то проиграл из-за того, что переволновался, перегорел, скажем. Кто-то, наоборот, как бы не понял, что он находится на чемпионате мира, участвует все-таки. Прошел легко 2-3 боя первых, а в следующем просто проиграл не самому сильному противнику. То есть причины разные. Ну, конечно, основное – это психология спортсмена. То есть у нас еще нету духа победителя. То, что присуще нам, славянам, скажем так, это в единоборствах. Это дух победителя. То есть мы сильнее всех. То есть там где-то включаем какой-то, скажем, дополнительные морально-волевые качества, которые нам помогают. Все-таки отсутствие достаточно серьезной конкуренции в составе сборной. То есть в некоторых категориях было 2-3 претендента на сборную. Это маловато. Для сравнения, в России таких в каждой категории весовой где-то порядка 6-7, ну, минимум спортсменов, которые могут выступить первым номером. У нас отсутствие достаточного количества спаррингов. Это очень важно. Но это уже выливается в, скажем так, в сложности с финансированием. Потому что спарринги на Украине, за исключением Кубка Черного моря, практически не проходят. И чемпионат Украины, скажем так, два турнира в году. Спортсмен проводит наш сборник на своей территории, скажем так, за год 5-6 боев с сильными противниками. И боев 30-40 с такими противниками, которые, в принципе, и закрытыми глазами можно победить. Это сборник Украины. Государство финансирует? Нет, или это как-то свои... Поездки находятся? На товарищеские такие вот турниры международные, это за, скажем так, финансирование или клубные, или каких-то личных спонсоров спортсмены находят. Ну, а как правило, то есть на самофинансирование, скажем так. Но государство финансировало поездку на чемпионат Европы в Эстонию спортсменам, то есть уже хоть где-то что-то в этом помогает. Для того, чтобы провести 5 сильных боев на чемпионате Европы, а там минимум 5, чтобы все-таки выйти в финал. И причем каждый бой, самый, как бы, каждый бой с очень сильным противником, то есть не слабее нашего, нужно провести порядка 30 боев в течение года с такими же противниками. То есть это нужно где-то порядка 3-4 выезда за границу, такие страны, как Турция, Италия, Испания. Ну, это поездки достаточно дорогостоящие, скажем, и тяжеловато это вытянуть с самим спортсменом и их родителям. То есть мы приглашаем к нам на сборы в Одессу команды, ведущие из СНГ. Они приезжают. Вот сейчас вот летом у нас будет команда из Белоруссии, достаточно сильная. У нас будет команда Латвии, сейчас приедет. Только в этом году было несколько сборных национальных стран приезжали к нам. Это
были и российские спортсмены, и белорусские спортсмены, эстонские. Это была команда Польши, Румынии, Израиля. То есть к нам приезжают достаточно сильные те команды, потому что им нравится наш прием, им нравится наш уровень карате, средний уровень, то есть среднестатистически, скажем так. То есть вот это вот основной, я как президент Украинской лиги вижу развитие, может быть, даже и не в поездках за границу, а привлечение иностранных команд к нам. Это нам дешевле выходит, во-первых, а во-вторых, мы тут на нашей территории как бы можем проверить не только первого, второго номера сборной, а и резерв наш ближайший, наших юношей, наших девушек, которые еще не выступали на международных чемпионатах, которые еще планируют, только еще которые бьются за место в сборной. И очень положительно участие иностранных команд именно у нас на Украине. Для этого мы организовываем открытые турниры. Какие в этом календарном году, ну или, скажем, хорошо, возьмем весь сезон, какие самые крупные будут? Ну, Черное море, вы сказали, что у нас еще? Сезон будет... Когда он начинается? Сезон будет очень-очень насыщенный и интересный. Мы ожидаем его с большим нетерпением, скажем так. Начинается он, как всегда, с Кубка Черного моря, который придет в конце сентября. Это в Одессе будет старт. После этого будет несколько международных стартов. Наши спортсмены, сборники поучаствуют в Турции на открытом чемпионате Стамбула буквально через неделю после Кубка Черного моря. Поучаствуют в открытом чемпионате Белоруссии и успехи. Основа команды Украины по карате версии ВКФ – это одесские спортсмены. То есть, как бы, может быть, даже и не в количественном составе, а в качественном. То есть, они являются лидерами в команде. Вот. Потом у нас старт, ну, самый ответственный старт, видимо, за два года – это чемпионат мира среди взрослых. Пройдет он в Токио, в Японии. Это очень интересно, в ноябре месяце. На родине карате, в частности, чемпионат мира по версии ВКФ проходит раз в 30 лет, поэтому последний был в 1972 году. Потом, после чемпионата мира в Японии, у нас февраль месяц – это чемпионат Европы среди юниоров-кадетов в Париже. Что самое интересное, что интересно этого года, изюминка этого года, это вводятся новые категории весовые и новые категории возрастные для кадетов и юниоров. Если до этого года кадеты были 16-17 лет, а юниоры были 18-20, сейчас эта градация опускается на 2 года. То есть 14-15 лет уже кадеты, 16-17 это юниоры. А у нас на Украине очень много талантливых детей именно возраста 14-15 лет. И руководству сборной предстоит непростая задача выбрать самых лучших для участия в чемпионате Европы официальном среди 14-15-летних спортсменов. Потом будет чемпионат Европы среди взрослых, который будет проходить в мае месяце. Но изюминка еще следующего года – это впервые проведение карате линии ВКФ в универсиаде всемирной, которая придет в Белграде в июле месяце. Наши студенты там участвовать будут. Основа, опять-таки, одесские студенты. И всемирные игры по неолимпийским видам спорта, которые пройдут тоже в 2009 году. Но на эти игры нужно выиграть лицензии, которые получить можно на чемпионате мира в Японии или на чемпионате Европы, который будет в мае месяце. Ну, тогда я желаю вам, вашим спортсменам, набраться сейчас сил, чтобы достойно в дальнейшем наш город представлять на всех этих соревнованиях. Большое спасибо, что вы нашли время к нам в гости прийти. До новых, я надеюсь, позитивных, приятных встреч. Спасибо. Спасибо.